really happy. Всю неделю соцсети горели, а город стоял на ушах. Ведь сегодня, 7 октября, день рождения ресторана «Все хорошо» на Бухарестской, 31. С вами Night Today. Поехали! Что сегодня приготовил ресторан для гостей? Если вы видели, у нас на входе работают прекрасные кадулисты, замечательные аниматоры по заведению ходят. На входе фотобудка, где вы можете сфотографироваться. Группа «Лето» у нас выступает, очень классная кавер-группа. Также мы сегодня разыграем шикарную поездку в Турцию на двоих. Да. Поэтому лето продолжается не только у нас здесь сегодня, но и для двоих людей оно продолжится совсем скоро. Что ожидается в ближайшее время у сети ресторанов? Мало того, что у нас сегодня день рождения на Бухарестской, Бухарестская 31, все хорошо. На следующий месяц, 11 ноября, будет день рождения авиаконструкторов 8, куда мы всех приглашаем. Конечно же, в декабре у нас на Науке 38 тоже будет день рождения, когда уточняйте в нашей группе. А также мы всех приглашаем на Новый год. Но предновогодние праздники и сама новогодняя ночь. Будет очень круто, будет очень классно. Будет все хорошо. Не отдыхается, все хорошо прям. Но я знал, что сегодня день рождения бара, также день рождения у меня. Я решил совместить приятное с полезным и отпраздновать два праздника одновременно вместе со своими друзьями. Я очень хочу поздравить этот ресторан с праздником, потому что все-таки все хорошо. Это то место, которое посещают очень много людей. Чтобы было так же весело, задорно, все было хорошо. Я тебе хочу сказать по секрету, что сегодня разыграют поездку в Турцию на двоих. Да, я в курсе. И поэтому здесь, да? Нет. Разгаре. И мы, команда Night Today, поздравляем ресторан «Все хорошо» с днем рождения. И знаете что? Мы пойдем отдыхать.